А следующий трудно не наблюдать. Виктория Листунова. И Рандат Фляк. Вот так. Да, хорошая высота, да, и приземление. Ну, на две здорово. Десятых, да. Ну, три – это уже жестоко. Не уходит с помоста, идет в начало дорожки разбега. Значит, второй прыжок мы все-таки увидим здесь. Немножко ноги вот хотелось бы в фазе полета. Ну, в первой еще более натянуть. Строго это всегда хочется. Но мы от Вики требуем. Наибольшая ошибка в приземлении, она скакнула назад. Видишь, вот сейчас таким прыжочком она назад. Опа. Ну, десятых, наверное, на три. На три, не больше. Не больше. Но очень здорово, что есть потенциал. Первый прыжок со сложностью 5 баллов. И второй рандат. Да, стоять. Все-таки попыталась, но не полтора винта, а половинку сделала. Да, да, да. Но молодец, что заявила два прыжка. Это уже здорово. И выполнила на второй прыжок достойно. Так что Петрович Волик, это личный тренер Виктории Листуновой. Я очень переживаю за эту пару, потому что они просто молодцы. По всем вопросам, что они вместе, что они не останавливаются. Они все время чего-то хотят прибавить. Мне это очень нравится. Пока гимнаст прибавляет, он двигается, он идет вперед.